Сегодня, друзья, покажу вам, как приготовить вкуснятину из детства, из простых ингредиентов. Засыпаем в стакан сахара и, друзья, полностью растворяем сахар до полного растворения. Так, сахар полностью растворился, и добавляем сюда 30 грамм сливочного масла. Полностью растапливаем его. Масло полностью растворилось, и теперь засыпаем стакан кунжута и перемешиваем все. Теперь перекладываем на такую силиконовую подложку для выпекания, для теста. Накрываю пергаментной бумагой, беру скалку и раскатываю. Это уже толщину регулируйте сами, какая вам нужна. Берем нож для разрезания пиццы и просто продавливаем. Вот такие вот делаем насечки. Он когда остынет, тогда будет хорошо ломаться. Класс. Быстро и вкусно.